молодежно-досуговом центре «Выбор» прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали неравнодушных жителей города Кингисепп. Это люди, которые принимали активное участие в молодежной политике в 2015 году. Мероприятие открылось интересным и красивым стихотворением. Быть молодым – это прекрасно. Сколько нас в жизни ждет перспектив. Все интересно, все не напрасно. Где хорошо, ну а где креатив. Спорт и туризм, дискотеки и встречи, встречи с хорошими очень людьми. И с человеком любимым от свечи ждут поцелуи часов до шести. На мероприятии было выражено 29 благодарностей организациям, индивидуальным предпринимателям, магазинам, клубам, агентствам. Всем тем, кто помогает и не остается равнодушными в поддержке подрастающего поколения. Молодежная политика в 2015 году была посвящена главному празднику – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый молодой человек, каждый житель в рамках этих мероприятий мог найти себя. Кто-то в спорте, кто-то в интеллектуальных играх, кто-то в патриотических мероприятиях, и кто-то в творчестве. И, конечно, отрадно было видеть, когда непосредственно 9 мая в акции «Бессмертный полк», который проводился по всей стране, тысячи людей, молодых людей, потомков, ветеранов, вышли на улицу с портретами своих дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. И в едином строю прошли, тем самым отдали дань памяти всем тем героям, которые не дожили до сегодняшнего дня. Было много финансовой и моральной поддержки со стороны спонсоров. Это дает дополнительный толчок и энергию для молодежи из центра «Выбор» в организации праздников и акций. Прошло награждение, на котором были вручены благодарственные письма от имени главы администрации Кингисеппского района за оказание спонсорской помощи, активную поддержку и большой личный вклад в проведение мероприятий в сфере молодежной политики в районе.